Так, ну а теперь о музыке, причем безлимитной, на ваших часиках Galaxy Watch 5, Galaxy Watch 4, даже Huawei Watch 3 можно воткнуть, и Watch 3 Pro. Вот эту вот приложуху, купить вы ее сможете в описании видео, стоит она 100 рубликов. Запускаем, первый запуск я вам показываю, как это все работает, у вас всплывет вот с такими разрешениями, нужно их дать, пожалуйста, один, второй, выходим обратно. Стопе, даем еще раз и выходим обратно. Вот теперь запускаем и пользуемся. Запустили. Естественно, он работает. От, если у вас LTE-версия, будет работать автономно. Если не LTE, тогда подключение либо к Wi-Fi самих часов, да, либо к вашему смартфону. Ну и вот вы, как видите, здесь есть музычка разная, ее можно найти в поисковике или так. Включать я, конечно, не буду. Почему? Потому что, сами понимаете, авторские права заблокируют еще видео, поэтому никак. Вот, листается все без проблем. Пауза, пролистнуть, еще раз пролистнуть, еще раз пролистнуть. Вообще без проблем. Здесь же, вот смотрите, сразу можно пока посмотреть все альбомчики данного исполнителя, включить музыку, чтобы она играла либо последовательно, либо как попало. Видите, все включается. Здесь показано, какой альбом и сколько здесь песен вообще, треков вышли. Теперь, значит, что здесь есть? Вся музыка, которая проигрывается, она потом кэшируется в этих часах, и вы ее сможете обнаружить вот здесь. Вот здесь она будет, у вас вся кешированная музыка, и вы сможете ее смотреть, вернее, слушать без интернета, вообще без проблем. Что у нас, значит, здесь еще с вами? Здесь же есть у нас плейлисты, можно добавлять и делать плейлисты. Дальше, здесь у нас артисты. Извиняюсь, здесь у нас артисты, как вы видите, ну и все такое прочее. Отличнейшая приложенница, старт радио здесь есть, sleep time ставится, как вы видите, настроечек на самом деле много. Можно даже поделиться, если у вас есть Telegram, допустим, или WhatsApp на ваших часах, без проблем отправить нужную вам музыку. Покупайте и радуйтесь. В наушниках вообще просто клево звучит.